тебе, что такое удовольствие. Я буду заводить тебя не меньше, чем ты меня. Потому что я чертовски хороша не только снаружи, но и внутри. Я Mazda 6. Я твой идеал.
Так. О, сейчас должно быть нормально. Че, работает? Напишите, если работает. Нормально слышно, не громко, ничего. Так, тут оппонент берет рестарт. Так, ну все, наконец-то все заработало. Все, всем привет. Видимо, все-таки проблема какая-то. Походу придется выкинуть микрофон и купить нормальный. Так, это не то. Еще бы хоть раз взять и нормально начать бы трансляцию, было вообще замечательно. Так. Так, ну чё, начеркали джебус. Так, кстати, напишите прям, как звуки игры слышно, или, ну, по сравнению с голосом. По идее, сейчас должно быть все окей. Против Гош. Чего вы все так удивляетесь? Ну, а чё? Как будто у меня есть выбор, играя за Инферно, как-то можно против Некрополиса почеркаться прям на нормальном уровне. Так, сейчас поменяем звук игры. Может быть, так. Так, может. Не слышно. Ну, в принципе, звук игры, он так особо и не актуален. Так. Так, что у нас здесь? Надо здесь, наверное, гильдию магов построить первым делом. Чтобы папашки со стрелочками бегали. Ох, ничего, как он быстро бегает. Так, здесь пока ничего нету. Ладно. Надо кабанчиков пробить. О, гундулка, кстати, интересная тема. У нас ртути нету, так можно было гогов, конечно, загрейдить. Второй герой пришел без гогов, но... Так, короче, по артефакту амулет гробовщика. Попробуем сейчас наказать кабанов.